Привет, бойцы, а вернее, больше качки, а еще вернее, бойцы, которые хотят набрать мышечную массу, силу, сделать себе рельеф. Сейчас я хочу тебе представить мою книгу «Выбирай сам. Масса, сила или рельеф». Это 65 страниц полезной и ценной информации, которая особенно актуальна для тех, кто хочет набрать массу, силу или рельеф, работая с железом дома или в тренажерном зале. Из этой книги ты узнаешь, какие есть заблуждения в мире бодибилдинга и как их избежать, сделав осознанный выбор. Сколько раз в неделю нужно тренироваться в тренажерном зале в зависимости от твоих целей. Сколько времени нужно проводить в качалке. Чем отличаются программы на массу, силу и рельеф. Что дает генетика. Как восстановление влияет на прогресс. Что такое принципы двойной прогрессии. Тема стероидов в культуризме, как лучше питаться для набора массы, зачем нужен дневник тренировок, что такое циклы и как по ним заниматься, какие упражнения лучше всего делать для массы, силы и рельефа, что такое тяжелая работа и техника и многое-многое другое. Но самое главное, кроме того, что это все развеет твои заблуждения и непонятки, ты получишь десятки готовых методик и тренировочных программ, и по которым ты уже сам с легкостью сможешь составить себе программу для работы с железом, в зависимости от твоих целей. Вообще, изучив эту книгу, ты будешь знать больше, чем знает 80% инструкторов в тренажерном зале. Это 100%. Какие выгоды ты получишь от этой книги? Тебе не нужно будет искать план тренировок или платить тренеру за его составление. Ты сэкономишь кучу времени и денег на других книгах и индивидуальных тренировках. Будешь работать с железом и ходить в тренажерку, как опытный качок, а не чайник, который не знает, за что ему хвататься в зале и качает один бицепс. Поймешь все принципы построения эффективной тренировки на результат. Сможешь сам работать инструктором в тренажерном зале, если, конечно, захочешь. И сейчас ты можешь перейти по ссылочке в описании под видео, и я тебе даю возможность прочитать первые 29 страниц книги абсолютно бесплатно. То есть из них ты уже получишь очень много полезной информации и сможешь приступить к набору массы, силы или рельефа. Удачи в тренировках, будущий Шварценеггер! Подписывайся на канал, ставь лайки и делись этим видео. Спасибо, счастливо!